Всем большой привет! Че ты не здороваешься? Макс, алло. Короче, мы сегодня... Всем привет! Мы сегодня собираемся в наши шлаки и едем к Наташе, туда подъедет Стас с Никой. В общем, сейчас я опять все проспала, и это все было бегом-бегом. У меня даже еще до сих пор мокрая голова. Сейчас мы, короче, быстренько едем к Наташе с Колей, оставляем Бадика и едем в Макро. Наконец-то мы до туда доедем. Нужно купить будет мяско, рыбки. Мы будем сидеть отдыхать там. Вот Бадик с нами. Вот в такой переноске. Что ты делаешь? Люська. В гости едем. В гости поедем? Не очень любит байки, надеюсь, что... Ой, солнышко выглянуло. Хорошо так. Ну-ка, расскажи. Что, я все проспала на свете. И непонятная жопа. Погода, сегодня будет то ли дождь, то ли солнце. А ты наступил, прям раздавил сороконожку. Мы уже съездили в Тесколотос, открыли еще один Тесколотос для себя. Для нас это довольно-таки далеко, но там очень прикольные всякие штучки есть. Вот у нас уже здесь пакеты стоят с мяском, с картошечкой. Терпеть не могу, когда... Собираешься на шашлыки и начинается. Это купить, это замариновать, там приготовить, там сделать. Иногда думаешь, блин, проще было где-нибудь в кафе собраться. Все, мы уже приехали. Сейчас будем самое основное это подготавливаться, резать мясо, варить картошку. Кстати, на все это дело мы взяли курицы, рыбы, помидоров, взяли лука, еще взяли свининки. У нас все это вышло на 500 бат. Я думаю, что это, в принципе, недорого, когда ты сидишь в большой компании. Поэтому вот без алкоголя отдыхать очень даже дешево. Уже ребята подъехали. Бади. Сейчас посмотрим, у нас Бадик деток любит. А все? Ну. Все. Ну, охрани. Соня. Вот он, Бади. Он не кусается. Ручной. Максим у нас сегодня на углях, да? На углях? На углях. Шашлычник. Ну, у меня одна, и так это... одна бровь. Усы. Эй, девушка. Посмотрим, как промариновалось. Ням-ням-ням. Ты какой-то как Халк выглядишь с этой стороны. Вот так тебя надо снимать. Как Халк, почему? Я зелен? Ну нет, у тебя спина как-то черепашечья. Все, у нас Наташа нажарила вот такую вот аппетитную картошечку с укропом. И мяско уже готово. Так что сейчас сядем, покушаем. Кто такой? Сама бегает уже. Мы уже покушали, такой вкусный ужин получился. Мы, правда, сегодня даже не завтракали, не обедали, но ужин был просто замечательный. У меня поднялось настроение, потому что меня немножко подташнивало, и у меня было настроение не очень хорошее, но сейчас мы идем плавать, и все отлично. Привет, друзья! С вами Наталья Бирк, Кристина. Сонечка и Ника, мы отдыхаем в Таиланде. А я сейчас подплыву и всем скажу.
С вами Наталья Мир, Соня, Ника и Кристина! Мы сегодня в Таиланде! И не только сегодня, мы вообще здесь живем. Пришли к Кристине в гости на ваш канал. И от нас вы не избавитесь теперь, потому что вы у нас дома в гостях. Да, я сумасшедшая, да. Люди знают, и я знаю. Но меня лечить не надо. На меня так действует Таиланд. Он очень расслабляет, вдохновляет, возбуждает. Приезжайте к нам, вам понравится. Уже на улице темнеет, а Максим у нас все жарит. Теперь курочку. Борется с огнем. Ё-моё, курица, селедка. Шашлычник. Как тебя назвать? Я что не знаю. Максимилиан. Ладно, пусть будет так. Возген? Возгенович. Максимилиан Возгенович пойдет? Возген Максимилиан. А, окей. Я это не выговорю. Ну что ж такое-то? Может, рано было ставить курицу? Нормально. На. Максим, оно опять горит. Все, Стас идет на помощь. Не льется вода. Помощник мой. Адольф. Помощник Адольф. Почему Адольф? Чё ты это имя постоянно везде, блин, ты перебегаешь? Твой же знакомый. Тебя... Кто? Чё-то я не в курсе. Слышал? Тот самый Адольф? Тот самый Адольф. А чё вы его приплетаете? Я не знаю, он постоянно его приплетает. У него какие-то наклонности странные. Да что за Адольф? Ну ладно, не Адольф. Азамат. А, кто? Азамат. Да. Как его? Возген Максимильевич и Азамат? Анатольевич. Анатольевич. Здоровайся еще раз. Возьмем Азамат помощник. Азамат Водонос. У нас тут свой вид тест. Ага. Ютуб организовал нам сходку. Проспонсировал. Проспонсировал курицей, короче. И углями. Потусуйтесь там нормально. Ютуб Space? Space. Это новый Ютуб Space, точно. Это новый Ютуб Space. Здесь можно на прокат мяса взять. Аренда мяса. Посуточно. О, загорелось. Азамат потушит. Азамат водонос тут как-то. Шашлычник Возген. А? 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 Ай-на-на-на-на-на-на. Эй! На-на-на-на-на-на. Эй, Возген. Эй, курица. И Возген младший. С дымком. Ну все, я думаю, что курица готова. Ты уверен? Уверен внутри? Не уверен внутри. Пользуясь случаем, у Кристины всем привет! Я вас реклама, тоже всех люблю. Тутка рекламы. Да, можно воспользоваться вашим каналом. Я очень люблю Кристину и Макс. Замечательное видео. Мы вместе живем, вместе дружим. Смотрите нас. Они у нас тоже будут на канале. И будем вместе зажигать и жить в Тае. И вы об этом узнавать будете первыми. Наталья Мир с вами! Судя пропиарилась, как вас. Бесплатно. Бесплатно. Пользуясь случаем, да. Я такая девочка. Я доктор Мамбута. Смотри, надо меня показать, а ты улыбайся. Ну, типа это... Что-то я хотел сказать. Чаще MTV смотреть. Челлендж будет или нет? Мясо или в руку? Какие у вас челленджи? Давайте, как на фотках я лягу. Давай. Все, фотаемся. Коля тоже будет. Ну, Оля! Вот и... Я занят немножко. Вот и подошел наш день. Иди на ручки, иди. Подошел наш день к концу. Мы завершаем на такой веселой, позитивной ноте. К сожалению, к Стасу с Никой мы на свадьбу не попадем. А мы попадем. Но мы, да, мы будем у вас потом смотреть обязательно выпуск. Мы еще обязательно поздравим. Поэтому ребята скоро уже совсем улетают. Мы будем по вам очень сильно скучать, так что давайте возвращайтесь в Паттайю. По нашим видео.
возвращайтесь. Мы по вашим приехали, вы по нашим. Мы будем смотреть ваше видео, как вернуться в Паттайю. Снимите видео, как добраться. Ну а мы собираемся домой, поэтому всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Пока. Пока. А теперь моя камера.